Вы знаете, я считаю, что Россия держится очень правильно, она приняла правильную тактику тем, что в отличие от Америки, она никого не обвиняет, не делает поспешных выводов, да, даже, к примеру, с крушением Боинга, да, на Украине. И, конечно, если это потребуется, то Россия ведет свои войска. Но я думаю, что это будет вынужденный шаг, только если это будет вынужденный шаг и как последняя мера урегулирования конфликта. Конечно, нужно стараться урегулировать конфликт на Украине мирным путем. Но пока, к сожалению, это не получается.